Всем привет, YouTube! С вами Женя Лизагуб. И это то самое долгожданное видео. Конец всей истории и всего конфликта с Гуфи. Для тех, кто не в курсе, у нас произошел конфликт с Гуфи, который довел до того, что у нас будет бой, который мы покажем в этом видео. Сегодня вы увидите долгожданную битву, потерянный зуб, победу и разрешение всего конфликта. Сегодня реально такой день, когда непонятно, что будет. У нас разные веса. Он борщинул. А за это нужно отвечать словами и действиями. Правила знаем, правила не нарушаем. Слушаемся моим командам, показываем красивый, главное, честный. Здорово, народ. Че, вот мы здесь. Сегодня все решится. Конечно, решать, кто прав силой, это не совсем как-то правильно, да? Но, наверное, как-то ситуация дошла до такой степени. Если словами не понимаю, значит, надо учить силой. Как никто не предполагал, все зашло реально слишком далеко. То есть это уже не обычные какие-то блогерские конфликты. Все дошло до дела. До реальной драки, до реального спарринга, бокса. Хоть и грязного, но бокса настоящего. Я к этому раскладу, в принципе, не скажу, что готов. Нельзя настраиваться морально на то, что ты жертва, потому что тогда ты станешь жертв. Но вы сами понимаете, что размеры у нас разные. Я там ниже, вес у нас, разница в весе. То есть у нас все настолько непрофессионально, что любой исход возможен абсолютно. Может, вообще рефери победит всех. Да, в общем-то, ничего не будет, если я проиграю, потому что для меня победа в том, что я уже с ним выйду и буду драться. Я буду драться без страха. А кто как, кого там, кому больше ударов сделает, у кого будет больше синяков, это не важно. Важно, что я за свои слова выйду и буду отвечать. Но в некоторых словах его была, так сказать, проблески истины. То есть за детей, когда он говорил, я сейчас точно не вспомню. Наверное, в какой-то мере он докажет, что все-таки в нем вот это что-то мужское есть. Я уже оценил тот момент, что он вызвал на бой. Я думал, что он просто начнет плакать ставит. Маме, там, подписчикам, как-то пытаться что-то опять делать, чтобы меня захейтили, засрали. Он вызвал сразу на бой. Прикольно, нормально, не ожидал. Я готов за свои слова там где-то, где борщинул, за свои действия извиниться и доказать, что типа я, ну, нормальный пацан. И также если Гуфи тоже извинится за свои где-то слова, за свои где-то действия, эмоции, которые привели к тому, что у нас сейчас спарринг, то мы спокойно можем стать обратно друзьями и также продолжать общаться. Я не какой-то там пальцы веером, чтобы вот так вот задрать голову и сказать, нет, я извиняю. Нет, я абсолютно такой же ровный пацан, как он. Вот. Только в случае, если он станет опять тем же Лизагубом. Тот Лизагуб, который сейчас, и тот Гуфи, который был всегда, они не могут быть вместе. В последнее время я очень часто пержу, я больше здесь навоняю весь зал. Все, пока. Ну, я в априори не боец. Тем более мы занимались фильмом. Это плохой сон, плохое питание. Спорт и творчество очень тяжело совмещаются. И мои слабые стороны, самое главное, это дыхалка. Я очень переживаю, что я буду быстро выдыхаться. И, наверное, это будет мой самый главный противник. Наверное, сегодня мой самый главный противник буду, это я сам себе. Короче, будь что будет, я знаю, что за меня болеют мои пацаны, я знаю, что за меня болеют девчонки многие. Я вижу вас в комментариях, ребята. Мораль победит, это Гуфи. Правила знаем, правила не нарушаем. Слушаемся моим командам, показываем красивый, а главное, честный бой. БС готов? БС готов? Готов. Раунд один. Руки пожали. Файт! Thank you.
нравится. Да, чуваки, я реально лишился зуба. Ожидал я этого? Конечно, не ожидал. Кто ожидал вообще такого? Устроили вам тут грязный бокс по правилам улиц. На самом деле, я потом осознал, что это мы еще легко отделались. Потому что зуб у меня был наполовину сделан, наверное, поэтому он решил капитулироваться из моего рта. А прикиньте, если бы мы дрались на улице. А мы же изначально так и планировали драться прямо на улице, в перчатках. Это просто погода не позволила. Могло бы все закончиться намного плачевнее. Я понимаю, что мы устроили детский сад, который хорошо, что привел лишь вот к этому. Выводы вам Женя чуть попозже скажет в конце видео. Ну а я скажу, что я старался. Я не профессиональный спортсмен. Женя тоже старался, по нему это видно. Ну, думаю, все-таки какую-то красоту мы вам смогли показать. Особенно во втором раунде. Давайте посмотрим эти моменты прямо сейчас. Ой, Женя, вообще похер, кто выиграл. Самое смешное, что мне попали даже не в щельцы. Мне попали вот сюда в голову, когда я закрывался. И из-за того, что у нас нет кап, наверное, в этом мы дилетанты, в этом мы дураки. Из-за того, что у нас нет кап, вылетели мои зубы. Мне всегда было интересно, каково это терять зубы. Я думал, что, наверное, это очень больно. Пока что я просто чувствую, что что-то во рту не так. Я вообще не считаю, что в данном бою кто-то победил, кто-то выиграл. Не считаю, что я вот там какой-то нокдаун или нокаут Гуфи. Ни он не выиграл, ни я не выиграл. Здесь, на ринге, мы дурачки. Мы не взяли капы. И просто повезло, что мы отделались каким-то зубом. Ну и как каким-то? Зубом Гуфи. А если бы мы дрались на улице, мы могли подскользнуться, упасть на голову. Вообще, ну, могло быть что угодно. До летального исхода могло дело довести. И Гуфи показал, что он отстоял за свои слова и поступки. Также и я вам показал то, что во мне есть это мужское. И все мои эти прикольчики, это действительно, они остаются прикольчиками. И все. Я могу выйти, также подраться и все решить. Он стоит. Вот. Да иди сюда, салага. Салага. Ты похож на сельского чисто бедолага, смотри. Да, моя главная ошибка. Я понимал до самого начала, но когда ты уже начал топить, очень сложно вернуться обратно. Это то, что да, я выставил это на показ. Я зарядился мыслью, что я выставляю это на показ, чтобы показать Жене, что не только я так считаю. Но это, как по мне, оправдание. Я это понимал внутри, но оно единственное как-то меня хотя бы чуть защищало. И поэтому извини, что я это выставил на показ, что я не решил это с тобой вот именно наедине. Я тоже хочу извиниться за то, что я, во-первых, повелся где-то на какие-то эмоциональные, там, допустим, уловки, то, что я что-то начал выставлять, что-то усиливать, разжигать это. Вот именно то, что я, как, если я истинный вот такой вот друг, мы дружим общение, я мог это на нет сводить. Но опять-таки вот это блогерство, это интернет, все, ну ошиблись. Все. Главное, что мы это поняли, урок извлекли, и вам тоже хотим донести, что вот, ребята, безопасно. И самое главное, смотришь бои там блогеров, они вот что-то конфликты развивают, потом дерутся и резко все, друзья. И ты смотришь, типа, что-то, ну это постанова. А оказывается, что это реально так, потому что ты выходишь сюда, ты вымещаешь вот эту всю энергию, которая накопилась, и она как будто испаряется, вот ее как будто нет. Вот эта злость, да, какая-то негатив. Я не знаю за него, я говорю за себя, он как будто исчерпался. И единственное, что хочется сделать, это вылечить зуб. Потом. Не, на самом деле, без шуток, вы устали. Ну, представляете, как мы устали от этого всего. Давайте, как вот этот кот Леопольд, давайте жить дружно. Чтобы не терять зубы. Короче, да? Да! Ну что, ребята, вот! Конец этого видео, конец всей этой истории, всего этого конфликта. Я очень рад, что это все закончилось и что это закончилось именно так. Потому что мы с Гуфи сейчас в отличных отношениях. Ребят, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на мой канал Женя Лизагуб YouTube. Тут будет еще много крутых, классных видосов, которые будут давать вам прекрасные эмоции. По ссылке ниже подписывайтесь на все мои соцсети и соцсети Гуфи. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ведь именно там вышел разговор с Гуфи после боя
И после всей этой истории, после всего этого конфликта, мы обсудили все моменты на камеру. С вами был Женя Лизагуб, это был его YouTube. Всем пока.